Приготовьтесь к захватывающему путешествию в сердце природы. В этом видео мы отправимся в Тафаларский заказник, где каждый поворот открывает перед нами завораживающие ландшафты и диких животных. Мы прокатимся на нашей любимой аэролодке «Север 750 Калонг», а также встретим нашего старичка «Фантом» 2016 года. Он по-прежнему бодро работает на реках и озерах, не стесняясь конкуренции с новыми аэролодками. Вы увидите уникальные уголки Тафаларии, о которых не расскажут в Гугле. Раньше сюда люди добирались месяцами, потом их ускорили вертолеты, но идеальным вариантом для этих мест оказалась аэролодка. 1000 пройденных километров за 3 дня. Несколько зимников. Солонцы. Дикие животные. Поговорим с человеком, который заботится об этих местах с 1979 года. Подписывайтесь на наш канал. Погнали! Погнали!